have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, и у нас тут опять киберпанк. Идем мы за Джеки. Наденьте костюм. Ну, костюм-то я надену, я думаю, попозже. Мне интересно, куда этот перец идет. Мы сейчас прямо к машине или как? Что закажешь? Ничего, спасибо. Вы пока не обзавелись коктейлем с моим именем. Я надеюсь, этого и не случится, учитывая обстоятельства, при которых у вас появляются коктейли с именами. А, так, ладно, лифт. Я так понимаю, ребят, тут такая фишка, что эта игра рассчитана на множественные перепрохождения. Собственно, от этого у нас есть три класса, ну, грубо говоря, три класса, которые мы выбираем в начале. Вот кочевник, корпорат и кто там, дитя улиц или как оно там называется. Это наше такси, да? Выглядит неплохо, кстати. Так, ладно. Рюкзак. Снаряжение. Одежка, ребят. А где то, что нам нужно? Прочная рубашка, жилет. Кстати, смотрите, какой у нее. Блин, надо бы переодеться. У нас... у нее брони явно просто получше. Хотя, с другой стороны, если мы сейчас будем одевать то, что нам... Военная летная куртка с защитным покрытием. А... где эта штука? Хлопковый лонгслив. Штаны с карманами. Та-та-та-та-та. Штаны Ви. Так они называются, штаны Ви. Любимая футболка Ви. Ой, блин. А где костюм, который мне нужен? То есть... персонаж. А, у меня есть что качнуть. Точно. Я забыл про это. Так, снаряжение. Вот, особое. Вот здесь. Я говорю, фиг найдешь, блин. Почему оно не в одежде? Почему... Ладно, пофиг. Это у нас маскировочный костюм, я так понимаю, да? Или это мы просто переоделись? Нет, мы просто переоделись. Хорошо. Действие невозможно. Спасибо, спасибо, я понял. 4. Почему? Вот смотрите, фишка-то в чем, что если есть какая-то желтая пометочка, значит, с ним уже может что-то сделать, да? Но сделать я ничего не могу. Ладно. Па-па-па-па-па-па-па-пам. Шляпы, боты. Боты вот эти-то получше. Я буду брать тупо то, что на защиту дает хорошо. 9,6, 9,2. Вот эти вот. Ну, то есть, я так понимаю, что это единственное, что имеет значение. Ну, кроме того, как ты, конечно, круто выглядишь, все дела. Но, по сути, комбинезон нетранера, красная тревога с антиударным покрытием. Кстати, тоже хорошее. И у нас тут 19,4 на куртке, а на штанах... на штанах только 9. А если одеть костюм нетранера, то он у нас будет давать 16,6 по всему телу. Не только по верху, еще и по низу. Надо будет подумать над этим. Хорошо. Репутация, уровень. Блин, у меня уровни уже накапало дофигища на самом деле. Давайте параметры. Нет, не то, не то. Персонаж. Во. Че я хочу? Я хочу, наверное, еще интеллект на 6 подогнать. Я смотрю, что у нас вроде как ключевой параметр какой-то 6. Да? Поэтому давайте я, наверное, интеллект на 6 подгоню. И хладнокровие на 6 подгоню. Вот, вот эти доступные очки, я даже не знаю, что у нас есть по технике. У нас есть мусор разбирается автоматически. Давайте. Я все равно без понятия, что из них мусор и как это все делать. Я это с удовольствием возьму. Можете создавать редкие предметы. Вы получаете больше компонентов, когда разбираете предметы. Да я без понятия. Давайте я пока в это вложусь. Вот в это и в это. Можете создать редкие предметы. Хорошо, все. Теперь в интеллект. Вы получаете... демон, может, домен. Демон тихий час, который отключает все камеры локальной сети на 3 минуты.
пассивная. Это, кстати, неплохо. Взлом протокола длится на 20% доли. Это меня, что ли? Угу. Получайте улучшенную версию демона добычи данных, которая позволяет получить источник доступа 50 евро-долларов, да взламывать на деньги. Массовая уязвимость, которая снижает физическое сопротивление всех в локальной сети на 30%. На-на-на-на-на. Все камеры. Ну, не знаю. А есть еще такая фигня. Нетранер, который пытается его взломать, становится видимым. Вы получаете документацию для создания необычных скриптов. Что, блин, наносит... Я этим пока всем не пользуюсь. Я понимаю, что это, скорее всего, полезно, но я просто этим не пользуюсь. Прицеливание на 10% скорее. Ну ладно, урон при стрельбе винтовки пистолетов увеличится на 3%. Вероятность критического попадания, та-та-та, быстрый удар прикладом винтовки, пистолетом, пулеметом, в ближнем бою 50% больше урона. Перезарядка револьверов, да-да-да, урон при стрельбе пистолетов, коэффициент урона от попадания. Блин, тут прям жевать не переживать, знаете. Техника, а у нас здесь еще такая штука, как инженерное дело. Можете найти модификацию или находку, да-та-та-та-та. Получаете, надеюсь, меньше от взрывов. Невосприимчивость к эффектам своих гранат. Давайте вот это сделаю, потому что... И надо будет вот это еще качнуть, когда будет чем это качать. F5-очку. Фух. Ну что, поехали. Ты как? Готов? Поехали, Джекан, поехали. Мы на автопилоте поедем, да? А, я думал, ты это... А ты все-таки сядешь со мной. Все, поехали. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Посмотрите, во что Теслы превратились. Мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. А ты серьезно? Пожалуйста, подключитесь через личный борт. На, забирай. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. Что-то крутое. А чего ты так возбудился? Сейчас покажу. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Одна машина? Что еще включено в этот пакет? А что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин, чё ты каркаешь-то раньше времени? Боевой режим? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется, во 2-й поправке Конституции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной в том числе как оружием. Декс не экономит. Конечно, он не экономит. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. В боевую... Нет, ну хорошо, это не просто такси, согласен. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Для тебя это так важно? Это для тебя правда настолько важно? Что? Как-то дешево Декстер тебя купил. За шмотки и лимузин? Ага. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто хочу, чтобы ты сосредоточился. Нет, ты ведешься, словно едешь на вечеринку. Джек, мы вообще-то идем грабить Арасаку. А ты ведешь себя, как перед вечеринкой. Приближаемся к пункту. Ты серьезно? Так ты обо мне думаешь? Да, чувак. Ты слишком расхлябан. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Ай, так ты у нас обиженка, да? Блин.
Я не хочу пакетику отвечать. Привет. Все равно ответил. Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. На, держи. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Да, кстати. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Размышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? На. Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает? Сэрами Хоркиси. Я на связи. Я буду выбирать... Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Пожалуйста, удачи. Спасибо, спасибо. Я буду ждать вашего возвращения. Смотри ни шагу отсюда, ни полколесика. Сколько я этого ждал. А с оружием туда нельзя. Ну что, Хьюго, вперед? В назад. Мне не нравится вся эта затея. Она мне кажется очень неправильной. Давайте в пяточку. Да. Деламейн. Очень, блин, не нравится мне вся эта затея. Ладно. Бак, мы приехали. Еще раз. Бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки. Который представляет оборону. Добро пожаловать в компеки. Не волнуйся, я помню. Она сама просила. Что? Зачем мне выдумывать? Ты себя вообще слышишь? Добро пожаловать в компеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. А можно без визуальных глюков? Прошу. Спасибо. Фух. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Все верно. Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Конечно. Уступаю тебе, Хьюго. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Тебя тут тоже. Идем быстрее. Идем, идем. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюго? Уютный отельчик. Не очень, честно говоря. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Тут роскошно, но не уютно. Что не так-то? Играй свою роль. Никого я не... Тут красиво, тут пафосно, тут дорого, богато, да, здесь неуютно. Вот с этим я не соглашусь.
Неплохой у них тут бар. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда Мести, когда мы завершим сделку. Идем в комнату, какой приведешь, бар? Приведешь. Пошли, найдем наш номер. А как? А почему у меня сканер и на капслок, и на таб открывается, интересно? Я хотел просто все идти. Нормальная маскировка. Как я выгляжу? Как Соло, который косплеит пиджака. Как будто надели костюм на собаку. Ну правда, оно ему не идет. Думаешь лучше? Нет, я знаю, что я тоже фигово выгляжу в этом все. Ну явно костюм ему совсем не идет. Вот какая-нибудь курточка кожаная, вот это его костюм. Есть люди, которые, ну просто которых не сидит костюм. Вот. Не потому что они плохие или что-то такое, это просто не смотрится. Я думаю, что не врал. По крайней мере, насчет Кантал. Все это время мы на связи с чайным пакетиком, да? Ну что, мы пришли. Номер лазурь. Спасибо. Найти свою комнату. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, Мехвердо. Я не буду в зеркало смотреть. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. Да-да-да. Запусти сканер и посмотри. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Да, ее можно было, кстати, найти. Давай поболтаем с ними, да? В смысле она открывается? Заряд 100%. Ладно. Ну, подождите, пока болт сломает систему. Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Я так и думал, блин. Возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. А чё сразу я? А чего я? Я не хочу им управлять. Вот именно. В отличие от некоторых, меня Вик не патчил. Прошивка старая, скорость дерьмо. Не ломайся, бродер, время поджимает. Бродер, ты еще на немецком заговорил или это на испанском все-таки? Наблюдение по всему отелю. Наблюдение по всему отелю. Даже в спальнях люксов, прикинь. И гостям норм. Ты не представляешь, чем люди жертвуют ради безопасности. Нам повезло, что Юри Нобу исключение. Пентхаус отключен от системы охраны. Ну что, у них своя система охраны, ладно. Да. Ты его из уха, что ли, вытащил? Надеюсь, что за ухом. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. И... Нельзя просто взять и выкинуть. Веди его к другой шахте. Из домов, из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Стоп. Отдалить, приблизить. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Мэр Люциус Райан, серьезно? Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Включить сканер. Так, отдалить, приблизить. Ребят, а как? Как я, по-вашему, должен вести его? Так, а ты у нас кто? Компьютер. Ты у нас заместитель мэра, ты...
Ты охранник просто, да? Джон Лукас. Охранник Арасаки. Ага, вот оно. Залезть в шахту. То есть они вот этого звука не слышат, топотание ножек. То есть ножки-то металлические, они вряд ли прорезиненные. Ему же надо как-то ползать, поэтому он цепляется. Как они этого не слышат, мне интересно. Хорошо, что это все не на время, серьезно. Фух. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. На самом деле это получше, чем просто вести болт. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано для милой уборщицы, а внутри еще, простите, что прибавил работы. Кровище было до хрена, но он хотя бы на чай оставил. Блин, а мне максимум, что попадалось, это блевотина и гандоны. Нет справедливости в этом мире. Так. Ну, чисто из интереса просто полазить, посмотреть. Думаешь, вентиляцию-то я вижу. Бак, есть проблема. Что еще? У меня тут уборщица стоит. Надо ее отвлечь. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас гляну. Ты телевизор давай. Что скажешь насчет телека? Скажу, ищи дальше. Велопроект, нет? Нет. Серьезно? Лучше стекло нормально выпей, подруга. У тебя везде разводы. Панель умного дома? Есть панель умного дома. Нужна? Нет, не подходит. А что ты такая капризная, блин? Все тебе подходит? В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда болта. Вообще беспалевно все так. Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Валим. Спасибо кому? То, что я сам нахожу все решения, кому я спасибо? Себе? Я могу сейчас прям сказать спасибо. Спасибо тебе, Ви, за то, что ты... Ви, такие замечательные. Хорошо. Так, таракашка. А что тут еще интересного? Дальше. Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. А что тут еще интересненького? Компьютер у чувака есть, он там это... А ты кто? Решетка вентиляции. Открыть. Ну фиг с тобой, открывай. Что-то хорошая игрушка. Не черт. Должен быть другой вход. Погоди. За ну, дверью вот есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Ну, вон компьютер там. А, вот. Что переключить мне в системе? Доступные теперь камерами. Переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Я его обезврежу. Что теперь? Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. А этот резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже сука сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда болта. Окей. Найти путь для болта с помощью сканера. Где-то вентиляция должна быть, да? Вот она. Похоже, шахта идет через обе комнаты.
Сейчас посмотрим. Кажется, я нашел проход. Ну да, это было очевидно. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Ждем, пока он сейчас здесь вылезет. Ну, я эту решетку еще тогда приметил, так что все нормально. Ви, подключай болта к креслу. Отлично, отправим. Паучок хороший, хороший, мне нравится. Прикольная штука. Демоны, это круто. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Понятно. Хожу в основную сеть Кампеки. Можешь выйти из системы. Да хорош, не глюч. Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Было бы неплохо. Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Уровень приехал. Хорошо. Как там у нас? Вот так. Вот так, что я там еще реакцию хотел на шестерочку качнуть. Спасибо, блин. Ну почему нельзя? Вот это прокачка через F. Так, винтовки, короткоствол, клинки, сила, атлетика, умение. Так, минуточку, может у нас что-то на реген что-то можно еще качнуть. Грузоподъемность увеличится на 60. Кстати, неплохо. Так, урон при стрельбе, уличный бой, урон сильной атаки ударом, оружие уменьшается, увеличивается на 30, урон в атаке, та-та-та-та-та, во время блокирования, пока, так, ладно. Что я там хотел, мне казалось, во время скрытного передвижения урон от оружия глушителем, скорость скрытного передвижения повышена, вот это неплохо, кстати. Можете обезвреживать с воздуха, ничего не... это неплохо, удар сверху. Метать ножи. Зажмите, чтобы прицелиться, нажмите, чтобы бросить нож. Вот это, по-моему, неплохая способность, если у меня будут ножи. Но это стелсовое убийство на расстоянии, без стелсового оружия. Давайте я вот это вот качну. А там дальше посмотрим. Так, ладно, значит, F5-очку. И... посидеть? Просто тупо посидеть. Давай посидим, давай телек посмотрим, там, я не знаю. В террариум позалипаем. Несколько часов как спустя. Думаешь, почему он отказался? А кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Я могу встать? Да? Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Я на рыбу посмотрю. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Ну такой чтобы тоже может быть. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Может, он хотел бороться с системой? Может, он хотел бросить вызов системе? Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система — это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну, вроде того. Ну да. Неудивительно, что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Графика, что с тобой турист происходит? Ладно. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Супер. Перфекто. Шоу начинается. Эй, Бак. Вот это... F5-очку. Че, все время была на связи? Ну конечно, ты что, не видел? Слушай, насчет вайбонов. Чьих вайбонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Ой, блин. Ну, видно же значок сверху, что она на связи. Значит, и у тебя этот значок сверху тоже есть. Чувак, ну серьезно. А насчет того, что она много себе позволяет, да, я с тобой согласен. Консьерж. Отвлечение. Телек у нас чисто для отвлечения, да? Хорошо. Жми кнопку. Я буду жать, понятно, ладно.
кнопки лифта работают не совсем очевидно. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Давай, оборжемся. Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Киберхрю? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Боже, правда. Хром-хром-хром-хром, блин, о, серьезно. Неплохо быть наследником самого императора. Так, тут мы были с вами уже. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание, сейф. Только быстро. Эй, а что за спешка? Йоринобу куда-то исчез. Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работай. Он там, под полом. Ищите переключатель. Ну, переключатель здесь. Смотри-ка, выдвигается. Иди сюда, Вин. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Блин, личный туда совать как-то не очень хочется. Теперь ну ты, ладно. Бак. Да, сейчас. Блин, ты все можешь взломать дистанционно, а тут надо подключиться по личному. Ну, не знаю, блин, так... Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится. Не-не-не-не, не хочу! Блин, сейчас перестрелка будет. Там еще будет этот танчара, который... Чёрт, Йоринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Ломай! Есть! Круто! Забирай, не ты... Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность. Валим! Биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Йоринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Да ну нифига, в серверную? Серьезно? Мы успели. В серверную? Проблема-то не решила, Ди. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Я ж говорил, тут этот танчара сейчас будет. Что? Адам Смешер? Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? А покупатели чипа, дебил! Кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Офигеть. Ну они в любом случае пришли за чипом, они сейчас откроют и поймут, что его там нету. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Этот киберсрака пришел. Ты бы еще громче триндел, дебил. Меня вот эта штука волнует. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Уходи. Уходи, тварь. Уходи. Кш-кш-кш-кш-кш. Просто мы играем уже какое-то время. Сабура Арасака. И сейчас время для первого босса. Я не хочу, чтобы эта штука была нашим первым боссом. И очень фигово сейчас, как боевая машина, мы сейчас вообще никто. Изганай то дыму. そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろ。あんたの問題点はそこだ。セガは自分中心に回ってると思ってる。ごまだよ。ヨリノブ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ。立場を思い知らせるためか。出る杭を打たれるとよく言うだろ。
Выступающий гвоздь забивает стену. Так-то по-хорошему, батя прав. Ух. Какой неприятный моментик-то. Ну, я думаю, что он его убьет. У меня такое ощущение. Это же японцы. На измену. Даже мне кажется, что у него есть какой-то чип по управлению этим сыном. Он просто отключит сейчас сына и все. Я думал наоборот, что батя сына сейчас убьет, а получится сейчас, что батю убьют. Серьезно? Серьезно, игра? Ну блин, ну это же глупо. Вы хотите, чтобы я поверил в это, что его никто не спас, не защитил, что в нем не установлено каких-то 10 степеней автосамозащиты, что там из его задницы не вылезли пулеметы и не расстреляли все вокруг? Нет, я в это не поверю. Как бы давненько уже. Ну вот это сейчас офигеть как неправдоподобно. Вы что, я бы скорее поверил... Батя, блин, я так понял, что он великий управленец какой-то. Я так понимаю, что он не зря, что там оказался. Это был сильный, жесткий я человек. Как вот это сейчас произошло? Полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Вы что, тоже дебилы? Такемура, омай но ошикото нанда? Нано ханаси дес. Танчун на шицумон да. Катаэро. Арасаки кено кажо мамору кото дес. Теперь я глава. Ой, блин, ну... Ну, да. Король мертв, да здравствует король. Теперь он, типа, стал главой семейства. Я не верю, что вот этот вот чувак, который много лет правил корпорацией, что который... Что там у вас вообще творится? Что его просто так слили. Папаша. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Где Юринобу? Я не знаю, я потеряла камеры. Они блокируют все системы. Да, есть кое-что. Сабура, мать его, Арасаку убили. Я давно так не охуевал. Открываю. Там есть лестница. Да выпусти меня! О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Баг! Я надеюсь, что баг убьют. Высшая лига, да? Да. Джеки. Звездецкий доволен. Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля. Как высоко-то? Мы идем? Бля, идем. Это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Травма это надеюсь, скоро, я так понимаю. А, сейчас, блин. Два перца, идущих по карнизу. Секрети,
Я бы все-таки до лестницы, наверное, дошел бы. Ну, хрен с ним. Ладно. О, черт! Да, еще бы немного. Повреждение. Его пробили. О, Модрес. О, это херово. Что с биочипом? Что да с пофиг биочипом? На Джека. Он живой. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Нормально, годится. Он разрушается. А, он сдувается потихоньку. Так, давайте без таймера, пожалуйста. Блин, F5. Звони, Паркер. Быстро. Чтобы рассказать про наш проеб? Звони давай. На. Нам явно к ней. Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки! 92. 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Это безопасно? Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Пусть Джеки вставляет. Я не собираюсь. Но, раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ну? Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Очистим мозг? Но сначала мы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим! Деламейн. Дел, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Да вставай. Надо. Почему мы до сих пор на ногах валяемся? Почему? Ой, блин, на попе. Оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. А, так. F5? Да, F5. Си. Класс. Теперь уходим отсюда. Внимание. Камбэки Плаза объявлены. Обходим этаж. Чисто. Мадрес! Не высовывайся! Спустимся вниз. И снимем их по-тихому. Спецназ. Как? Что ты предлагаешь, я не пойму. Как ты хочешь спуститься вниз? Тут нет ничего. Да хорош спотыкаться об чемоданчик-то. Мы отсюда упали. Это он глупо его сканирует так. О, а ты кто? Поднимись. Так, ладно, F5. Ну, я так понимаю, что нам сюда. Там у нас что? Непонятно. Добраться до лифта. Лифтов у нас два, что ли? Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Добраться до лифта. Ну давай, F5. Отвратительно все пошло. Так, мусор же у нас автоматически разбирается. Подождать возможности обезвредить охранников дополнительно. Почему дополнительно, если... Да что там такое? Ну ты только посмотри на это. Глушитель нам пригодится. Осторожно. Там, наверное, дохера охранников. Понял.
Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Так, стоп. Стоп. Рюкзак. Пушки. Ну, я могу вот так вот одеть и, наверное, вот так вот. Патронов нормально, на самом деле. Я не уверен, что я хочу стрелять, но если придется. Тут у нас просто комнатка, да? Блин. Пяточка. А это что? Это с какой стороны, в смысле? А, это с этой стороны. Подключиться. Блин, 1С. 55. Так, а где... Злом протокол. Я уровень... Ладно. Я отключил камеру? Что я сейчас сделал? Почему меня после взлома выкинули? Ладно. Идем. Бежим. Комната Z проверили? Да, все чисто. Лифт в фойе. Ничего странного, подозрительного. Дверь на балкон вроде как сломана. Значит, проверьте еще раз. Накрывается. В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Так, Е9. Где я вам Е9-то найду? 1С, Е... Е9. Это путь к нему и... Я ломанул камеру или где? Я не понял. Да почему ж... Осторожно, а то нас поймают. Иди. Опять... Блин! Нас... Пусть подходят, твари! Я никого не боюсь! Хотел же по-человечески сделать, и камеру ломанул, и все. Ну вы чё, ребят? Вот так! Ну, типа того. Ты про себя? Неплохо. Вот же уроды. Вот эта фраза сейчас была как... Ладно, из этого. Я у вас тут пороюсь, вы не против? Стоп, а комп можно взломать или это... Нет, это... Нет, комп какой-то левый, его нельзя взломать. Открыть огонь! Понеслась! Ёпарисоте! Быстро! Медленно, блин! Стреляй! Да блин, ты сдохнуть не хочешь, например? Хороший выстрел! Джеки, а ты там что завис-то? Блин, я трачу патроны, если что. Зачем? Я этого не собирался делать. Ну ладно. Так, у меня появился дробаш. Давай. Он враг корпорации. Я подожду, пока вы подойдете. Эта штука лучше действует здесь, поблизости. У меня гренок нету, что ли? Задел! Кого-то задело. Так, три штуки там.
У меня пистолет не выставлен, да, нигде? А тут три обоймы осталось, я понял. Так, снаряжение, рюкзак. Так, а дробаш у нас... Пусть будет вот здесь. На дробаше есть патроны? На пистолете есть патроны, отлично. Блин! Ого! Серьезный парень! Минус. Молодчина! Внимание! Камбэки плана там ругается прям по-черному. Я подбираю вещи, потом посмотрим. Пока... Ой, похоже, но... похоже фишка на то, что в нашем номере было. Пока так. Вижу противника. Блин. Пистолет, кстати, неплохо справляется. Ясно, понятно. Кто на тебя напал? Понос, что ли? Бах! Быстро, быстро! Какая перезарядка, ты о чем? Да. Критическое попадание, неплохо. Да, дружище, ты попал. Почему я нажимаю перезарядку, у меня меняется оружие? Стоп, я не понял, откуда... Почему у меня эта пушка-то сменилась? Я же тебе шотган ставил на второе оружие. Каким, блин, образом? Р, не? Не, ладно. Так, лифт у нас здесь. Чё тут? Чё-то интересное. А тут еще кто-то есть, нет? Джеки там с кем-то борется? Лифт по Е. Я не уверен, что мне туда надо. Ну ладно. Цель ранена! Вот этим шотган мне нравится, потому что на... Р! Спасибо! Ой, ты медленно перезаряжаешься, Вася! Пять, например. А, невозможно во время боя, я тебя понял. Но через здесь мы прошли. Ладно. Все, поехали тогда отсюда. Я что-то уже, по-моему, фигней маюсь, да? О, а тут что? О, тут что-то интересненькое. Кот красный, кот красный. Мы уязвимы! А для кого? От кого? Где? Что? Ладно, по идее, лифт у нас... Состояние лифта выключен. А, то есть мне в любом случае нужно добраться до второго лифта? Или как это все происходит? Дверь заперта. А ломануть ее никак не могу. Взлом это у нас... Блин, я как-то кругами хожу, это не очень хорошо. Ладно, пойдем сюда. Киборги заполонили планету, блин. Почему ты так медленно заряжаешься, дружище? Ты мне не подскажешь?
Чё это за фигня сейчас была? О, у него универсальный пропуск. Ну, валим. Получим предмет. Подождите, Джеки в лифте. А где Джеки-то? Так, искать я могу? Сейчас не могу, спасибо. Джеки! Так тебя зафигеки. Ну, ты где? Что, блин? А, ты уже здесь. Ну, наконец-то. Все, поехали. Да сколько ж можно? Поехали, все, валим отсюда. Что? Забора Тарасака. Так, его... 150 лет жил. А сегодня... Опять невозможно. Именно сегодня. Да, именно сегодня. Финита, блин. Комедия. Тебе смешно? По-твоему, это смешно? Вот именно, блин. Да, смешно. Наверное, печень накрылась. Доигрался. Печень накрылась, блин. Не грусти, Ви. Мы выберемся. Да я-то точно выберусь, игра-то про меня. А вот насчет тебя я не уверен. Тибаг, да к черту тибаг? Да, ты так уверен? Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все. Чувак спецназа, я в лифте должен был быть, наверное, каким-то... посерьезнее, но из-за того, что он забагал, мы просто его из дробаша вальнули. Bueno, que chingados estás esperando? Понял? Chingados esperando. Добраться до лифта. Вот это я понимаю! А что мне это даст? Отвлечение? Не-не-не! Он ранен, стреляйте! Блин, меня глюкают, если что. А тут у меня патронов не особо-то много, кстати. Ну, не знаю, чувак, ты там, например, сдохнуть не хочешь? Ай, ну будь тебя так. Минуточку, а они могут лечиться или нет? Да блин! Тебя увидят! Меня увидят! Вообще-то по мне стреляют так на секундочку. Я подошел к ним с дробашом, наверное, это было бы поправить. Издали стрелять пушки вообще никакущие. Попал! Хорош меня взламывать, дебилы. У нас потери! Никого, слышишь? Нет! Да сдохнешь, что ли, сегодня? Или где? Блин! Вот этого я боялся, вот этого я, блин, боялся. Боялся я, блин, этого говорю. Не, ну я по нему какой-то урон. Почему у меня хпшка не восстанавливается? Я же в бою. Патронов нет! Надо перезарядить! В
90! Ой, я восстанавливаюсь. А сколько у меня гранат, интересно? Одну секунду! Добраться до лифта. Я могу его не убивать, да? Джеки, там живи, ты у нас бессмертный. Перезаряжаю! Интересно. Ну, у него как бы жизни уходят, но патроны у меня уходят быстрее. Вот в чем прикол. Ломануть я тебя никак не могу, да? Ну интересно, я могу это просто убить или нет? Я, смотрите, ему сколько, треть жизни снял. Серьезно, я его завалил? Нужен был просто правильный подход и немножечко любви, да, как там говорится? Теперь чисто. Так, это у нас этот чувак был. Прячься быстро. От кого? От кого мне теперь, дружище, прятаться? После того, как мы завалили эту фиговину, я, в принципе, сейчас могу что угодно делать. Так, ладно. F5-очку я тут могу кликнуть или нет? F5-очку могу кликнуть. Поэтому все, ребятушки, на этом моменте мы тогда с вами заканчиваем. Будем выбираться из плазы до конца уже в следующей серии. Они живые остаются, что ли? Камеры надо будет добить все, да? В любом случае, я думаю, что этот босс, я думаю, что это был босс, я думаю, что он пройден. Правильно, вот же уроды. Вот, я думаю, что... Ну, если мы на того слона танка не нарвемся в конце, то, в принципе, все будет неплохо. Хотя, что-то мне подсказывает, что он может быть или каким-то боссом в середине игры, или, может быть, даже финальным боссом. Кто его знает, он выглядит слишком круто. Ладно, все, ребятки, на этом все. Увидимся тогда в следующих сериях. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.